Мы умеем хладнокровно забивать гвозди. Фраза руководителя исполкома Эдуарда Хасанова адресована тем, от кого напрямую зависит пожарная безопасность в лесах. В предстоящий сезон требования будут ужесточены. Меры безопасности все те же. Это ежегодная вспашка земли и формирование противопожарных барьеров, скашивание травы, борьба с валежником и мусором. Однако, согласно закону, не только лесники должны привлекаться к этой работе, но и собственники земель, те, чьи владения прилегают к лесам. Есть полоса лесников. Дорога проходит, естественно, там, где дороги нет, ну какой-то периметр ширины. А вторую часть, вот собственник, обязан сам выполнить те же мероприятия, что делают лесники. Министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров в Чистополе поставил задачи перед руководителями Аксубаевского, Белярского и Камского лесничеств вместе с главами сельских поселений и другими должностными лицами максимально приложить все усилия для проведения запланированных работ. Я хочу упредить коллег, вас всех вместе взятых нами, да, вот, сделать эти профмеры. Почему? Потому что если это, не дай бог, вот, возникнет возгорание с какого-то участка, где собственник будет доказано потом, что на этом участке был бардак полный и не выполнены вот эти работы, собственник понесет уголовную ответственность. Определен и период работы со дня схода снега и до установления устойчивой дождливой осенней погоды.